Всем привет, уважаемые зрители и подписчики канала, с вами у микрофона Никита Коньков, канал NK, this is NK channel, my name, Никита, my last name, Коньков. Ну что ж, друзья, сегодня мы наконец-таки продолжим проходить ходячих мертвецов от Telltale Games, потому что параллельно я заканчиваю еще на канале The Walking Dead Surviving, выживание. Там совершенно другое. Это квест с такими интересными вещами. Блин, как же она там мне... Quick Time Events. Ну, как бы вот быстрые события с помощью клавиш нажатий кнопок вы совершаете какие-то действия. Там совершенно иное. Там... можно сказать, от первого лица, приключения, экшен, хоррор. Но не будем сравнивать, эти игры совершенно разные, хотя по графике они чем-то похожи. Эта игра великолепно оптимизирована, там ужасные лаги, хотя игра давно уже вышла. Ну, в общем, продолжаем. По-моему, у меня вышло, не по-моему, а 100%. Вышло на канале у меня всего две серии, я эту игру потом забросил. Эпизодов здесь куча, могу показать. Наверняка каждый уже смотрел эти эпизоды. Проходили и Black, и многие-многие другие. Вот третий эпизод, четвертый эпизод, пятый эпизод. Представляете, да, сколько эпизодов нам можно будет пройти. И это замечательно. Поэтому те две части, которые вы не смотрели, можете пересмотреть. Там они совершенно небольшие, где-то около на час времени займет. И мы продолжаем. Right? Все в порядке? Yeah, calls, да, мы рисковали, но Глен в порядке. И в общем, да, мы в порядке. У меня есть несколько канистр с бензином для твоего пикапа. Рад слышать. И тут что? Все тихо. Наш друг еще нуждается в лекарстве. Он умрет, если продолжит нервничать. Теперь нужно забрать таблетки из аптеки. Итак, нам нужно будет забрать таблетки из аптеки, и надо будет немножко вспомнить. Управление. Мы недавно проходили The Wolf Among Us, то есть Волк среди нас. Это именно та игра от тех разработчиков, конечно же, многие поймут, о чем я говорю. Ребята, не забывайте подписываться, комментировать, потому что это самое главное, ставить лайки. Кнопочка подписаться находится наверху, это же так просто. Сейчас... Что он говорит? Сейчас это все растаяло. С чем растаяло? Так, Кенни, Катя и Дак. Что это такое? Как у нас дела? Если ты не против, я с семьей немного отдохну. Дай мне знать, если это ублюдок еще раз дернется. Я понял. Честно говоря, я не помню. Может быть, я начал с какого-то момента, который я уже записал? Но этого ничего страшного, правильно? Совершенно. Просто будет называться как следующей частью. Проверим открытки. Открыток. Мне жаль слышать, что вашу любовь съели. Кто-то там съел кого-то. Здесь быстро идет текст. По-моему, даже быстрее, чем The Wolf Among Us. Чьи-то фотографии. How we doing? Ну что, и как ты? Хорошо, хочешь пойти осмотреться? Давайте скажем, что не сейчас, да. Все-таки поговорим. Скарли, привет. Сенсация, да? Я найду батарейки для твоего радио. Сенсация, да? Да, я просрала всю записывающую аппаратуру, и похоже, что не будет недостатков классных сюжетов. Ты была журналистом? Да, до того, как этот гребаный политикан не урезал наше финансирование. Так я и попала в благосферу. Так, я найду батарейки для твоего радио. Ну, батарейки для этой штуки. Спасибо, я ценю это. Ладно, я лучше вернусь. Да. Кстати, спасибо. Да не за что, просто запомни мои слова. Да, запомню. Центральный штат высоких технологий, газета выпущена неделю назад. Как будто год.
Похоже, никому не удалось что-ли пожертвовать, когда все пошло к чертям. Так. О, Клементина. Вы помните эту девочку? Я помню, это прекрасно. Как твой пальчик? Нормально, болит уже. Не так сильно. Хорошо. Знаю, я не твой отец. Но если тебе что-нибудь понадобится, я свой. Окей. Окей, взаимно. Нет, ну ты понял. Нам нужно заботиться друг о друге. Да, договорились. Дай мне знать, если что-то понадобится. Хорошо. Вы проведали Клементину. Ну это замечательно, да, раз мы ее проведали. Глен, ты как? Сам знаешь. А, про то, что было в мотеле. Ты знаешь комбинацию для замка на решетке. Давайте поговорим, что было в мотеле. Как все так резко поплохело? Знаешь, когда все вокруг меняется, люди делают дикие вещи. Наверное, но не я. Я никогда не сдаюсь. Молодец, молодец. Думаю, я действительно нужен. Типа того. Почему ты просто не сказал Карли отдать ей его? Люди не должны падать духом. Все это пройдет. Я с тобой согласен. Я рад это слышать. Ты знаешь комбинацию. А, вы помните, из предыдущей серии я не отдал или не забрал. Что-то было связано с пистолетом. Я, честно говоря, не помню. Надо пересматривать эту серию, которая залита у меня на канале. И многие там писали, что нужно было дать пистолет. Тогда там человек не застрелился. Кто-то застрелился ради того, что я неправильно сделал. Тут же куча разных событий, вы сами понимаете. Итак, ты знаешь комбинацию для замка на решетке? Почему? Знаешь, я думал вытянуть свои ноги. Если нужно, то лучше разбей. Каков твой следующий шаг? Я не знаю, в смысле, вы вроде, ребята, ничего. Что насчет твоей семьи? Я... Забей, чувак. Это твое личное дело. Ненавижу чувствовать себя бессильным. Я тебя понимаю, мужик. Попробуй отдохнуть. Ха. Верно. Так, ну здесь у нас ничего. С парнем мы с этим поговорили. Как его там звали? Опять мне... Так, давайте поболтаем. С Лили. Эй. Я должна вернуться к нему. Значит, звучит хорошо. Так, может быть, с ним поболтаем. Нет. Он с нами не собирается болтать. Ну и... Так, что здесь у нас? Ух ты. Мы куда-то зашли. Так... Проверим матрас. Мои родители пришли сюда в надежде выжить, но один из них был ранен. Наверное, это был отец, скорее всего, пытался быть героем. Или хотя бы защитить мать. Набор для оказания первой помощи. Ну, это ж хорошо. Почему ты его не берешь, засранец? Еще один хороший нигер, да? Как в Battlefield. Да, иногда здесь очень кривое управление, и ты понимаешь, что не знаешь, как делать, чтобы он пошел нормально. Блин, да что ж со мной сегодня такое? Вот, наконец-то. Смотрим. Не хочет ходить. Не хочет этот парень ходить. Так, отлично, у нас есть топор. Давайте попробуем. Нет. Эта дверь ведет в аптеку нам. Там мы сможем найти таблетки для Ларри. Ключи у зомби на улице. Начинаю вспоминать, ребята. Я начинаю вспоминать. Так, что у нас здесь есть? К счастью, мне ничего не нужно.
Ух ты, это что у нас? That's what I figured. Так я и думал. Мы могли включить телевизор, но он не работает. Ладно, возвращаемся. Так, значит, все понятно. Здесь мы были. Я начинаю вспоминать. Открытки мы проверяли. Ну что ж, давайте подойдем к этому парню. Какая-то что такое? Мы здесь еще не смотрели это. The It LT Guy. Что такое было? Говорит с Дак. Ну что ты как? Хорошо, хочешь пойти осмотреться? Да, на этот раз. Давайте осмотримся. Итак. Кирпич. Я не могу дотянуться. Этим тварям нравятся телевизоры. Думаешь, мы здесь в безопасности? Так. Или звук, издаваемый ими. Если бы они работали громче, мы бы расчистили дорогу. Ты думаешь, здесь безопасно? Ну, они не смогли пройти через эти ворота. До сих пор в аптеке сейчас достаточно безопасно. Я думаю, кто бы там ни был владельцем, он заботится о ней. И о замках. Как здесь быстро все читается, черт побери. Я не могу дотянуться. Да, до кирпича мы дотянуться не можем. Что это за люди в аптеке? Ох, ну знаешь, Карли очень симпатичная. Хм, это точно. Лили может за себя постоять. Она была лидером, защищала людей и все такое. А ее отец... Да, тот парень. Он еще тот хуй. Не успел, да. Ну, в общем, это еще тот хер, который... Так, нет. Давайте осмотрим вот здесь, что у нас. Через пару секунд мы узнаем, есть ли у нее ключи. Так, каким образом? Заколоченные окна. Мужик, там наспех... Наспех заколоченное окно. Да, оно не сработало. Так, что мы еще здесь видим? Ага, вот, да. Вы, ребята, пробовали прорваться сюда и взять оружие? Я, да, но это было очень рискованно. Группа парней пыталась. И что случилось? Я думаю, большинство из них бродит там. Так. Эти телевизоры выключены, я уверен, они создают достаточно шума за стеклом. Ладно. Что еще такого? Что еще такого? Так, это мы уже пробовали. Ну что ж, у нас тут остается этот замок. Обычный замок. Я сломаю здесь замок. Я выйду через заднюю дверь. Так в чем проблема? Если мы пойдем помогать Ларе, ты должен будет сломать этот замок. Должен будешь сломать. Ну, надеюсь, что у нас сейчас... Фу, этот топор поможет, пожарный. Есть. Круто. Теперь нужно отвлечь этих тварей. Аккуратно. Что ж, давайте возьмем. Нет, нам нужно как-то его раздвинуть, эту дверь. И взять все же кирпич. Так. Ну, а теперь я думаю, что кирпичом по телевизорам будет замечательно. Идея. Давай, 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 давай. Отлично. Это сработало. Это сработало, ребята. Пора. Ну что ж, друзья, теперь нам действительно пора. Давайте будем перебегать. Будь осторожен. Прикрой меня, ладно?
Ох, я очень надеюсь, что он все же нас... Они нас все же не заметят. Привет, брат. Я не знаю, что произошло с мамой и папой. Я знаю, если бы ты был там, ты бы отдал свою жизнь, чтобы защитить их, так? Да, что? Да. Я думаю, что так и все и случилось. Ты нашел их? Дай мне секунду. Жаль, что меня здесь не было. Мне не следовало уходить из семьи. Бля. Я имел в виду, ты знаешь, о чем я. Ну что ж, разбомбим ему башку. Потому что ты избавит его от мучений. Я считаю. Ебать. Посмотрите, какой он. Вот черт. Какая же это гадость. Это мерзость. Фух, боже мой, ударов 6 нанесли. О, боже мой. There we go. Вот ключи. Holy crap! Вот дерьмо. Run! Беги. Так, 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 ребята, не пугайте меня так сильно. Фух, ну кажется, вроде бы сработало. Блин, чуть не попались, но у нас получилось. Лишь это важно. Ключи у меня. Классно. Господи, ты бесподобен. Давай, пойдем туда. Итак, у нас теперь обыски. Обыски. Так, отлично. Есть ключи, значит, открытая дверь, значит, море лекарств. Много амфетаминов, барбитуратора, транквилизаторов. Твою мать, мы должны поторопиться. Помните, как в Лас-Вегас, этот, укуренный в Лас-Вегасе, как там было? У нас было 10 таблеток. Транквилизатора, 5 барбитуратора, ну что-то в таком роде. Вообще прикольный фильм такой, но я его не досмотрел до конца. А так ничего. Там Брэд Питт играет. Ну что она с отверткой хочет к нам? Ее привлекает сигнализация. О боже мой. Их сейчас тут нагрянет. Дракс. Да, давай, малыш, пора идти. Я собираюсь перегнуть пикап. Делай это быстро, я собираюсь увезти отца отсюда. Я не собираюсь мешкать. Дорогая, отведи Дака в кабинет и забаррикадируй этот живой ад дверью позади меня. Глен, только я подам гудки в переулке, начнешь валить людей отсюда, понял? Да, Карли, Эли, ребят, убедитесь, что наше укрепление выстоит против их натиска. Эли, мне лучше всего взять топор, а то вдруг какой-то из них нарвусь. На, держи. Ребята, та дверь уже не закрыта. Блять, вот трое, держите дверь. Я вернусь. Как быстро, как смогу. Держись подальше от окон. Глен, нам нужна твоя помощь. Быстрей, пожалуйста. Так. Эй, Ли, если мы это не переживем, ты должен знать. Я думаю, ты отличный парень. Заткнись, Дак. Дак, если мы это не переживем, ты должен знать. Ну, черт. Что должен знать? Ты сказала, ты должен знать. Черт! Подержи. Ты уверен? Ну, черт, как? О, бля. Ну, ладно. Клементина, давай-ка, найди что-нибудь, что можешь засунуть через ручки, что очень крепкое, хорошо? Хорошо. Вот черт.
Хорошо, держим пока. Клементина нашла что-нибудь? И чего? Ой, погоди. Окно выбили. Иди. Так, окей. Я кое-что нашла. Давай, давай, давай. Так. Фух. Ну, пока что получилось. Черт, нет патронов. Нет патронов. Ли, помоги, патроны в моем сумке. Так, и что здесь делать, а? И что здесь делать в этой хреновой ситуации? Вот черт. Давайте поможем ей. Я думаю, что она расправится со всеми уродами. О, нет, уберите их. О, черт, а. О, черт. Господи. Давайте, живо. Они схватили Дага. Они... Нам нужно убираться отсюда. Вот черт! Вот черт! Мы что, зафейлили? Вы мертвы, нажмите для продолжения. Каким образом это произошло? Что я должен делать был? Ну, зато я знаю. Блин. Я ничего не могу понять. А, нам нужно было просто бежать. Нам нужно было просто бежать. Вот блин. Ну что ж, второй раз я уже не буду, я думаю, озвучивать. Хотя, может быть, и озвучу. Так, давай, малыш, пора идти. Я собираюсь принять пикап, оставить его недалеко. Делай это быстро, я собираюсь увезти отца отсюда. Не собираюсь, Мишка. Да, сейчас будет жарко, парни. Я только не понял, что там нужно было делать. Хотя, вы знаете, есть такой вариант переиграть эту сценку, да? Не давать патроны этой девушке, а спасти этого парня. Хотя неизвестно, как это все может закончиться. Нет, я все же останусь на своем. Не буду ничего менять. Хорошо, что у нас есть такая напарница с патронами. Очень круто. Давай, давай, девочка, быстрее неси эту палку. Так, окей. Давай, 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 давай. Бери, 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 бери. Даже не знаю, что делать. Я даже вот здесь я не знаю, что делать, ребят. Может быть, кто-нибудь подскажет, а? Слушайте, нет, я все-таки в этот раз выберу парня. Ох, мужик, спасибо. Вот черт, вот черт. Вот черт, ее сожрали. Господи. Давайте живо, а? Они схватили, вам нужно убираться отсюда. А, черт, а?
так бежим. Ты не идешь с нами, сукин сын. Нет. Вот собачий хрен, а. Я не позволю тебе сегодня, чтобы эти твари тебя сожрали. Давай, давай, давай. Особенно хорошего друга. Ну что ж, парни, я думаю, что может быть даже это и к лучшему, что произошло. Вот такая заминка, меня съели, я провалил миссию. Я зато... Я хотел спасти девушку, если честно. Вот изначально. Но я подумал, что, возможно, если я спасем парня, то девушка как-то возьмет, может быть, патроны сама. Потому что мы видели, что парень тоже погиб. И девушка погибла. Ну ладно. Пусть оно так уже как будет. Клементина. Мотель. Трейлер. Да, он скорбит по своим родителям, я его прекрасно понимаю. Боже мой. Кто там по кому-то палит? Итак, уважаемые зрители, я думаю, что на этом мы прервем прохождение Ходячих Мертвецов. С вами был Никита Коньков, канал Энкей. Не забывайте подписываться. Я думаю, что я заслужил огромный лайк. Может быть, где-то я не дочитывал комментарии, потому что комментарии читать очень сложно, они пишутся очень быстро. Я старался. Всем спасибо и до встречи. Следующая серия. Всем пока-пока.